Давай в сети. Сейчас проверим. Игра громкая, да, мы не можем подключить несколько наушников. Вариант такой, либо кто-то один играет наушников, остальные смотрят, либо все слушают и смотрят колонки. Вам сильно мешают колонки, если будем играть? Кстати, нам инженерке подсказала кое-что, как сделать донат, и там теперь интересный звук, так что обосрёмся точно. Это если бы мы наушники были. Если получилось. Что по звуку? Я пока начну. Ну, тише, говорят. Еще тише. Ну, мы там ничего не слышим. Не слышно. Ну, давай тогда кто-то просто один. По очереди? По очереди давай. Что значит? Как сейчас слышно? Вот сейчас. Давай сейчас. Как сейчас? Сейчас должно быть хорошо. Раз, два, три. Четыре. И может быть игры не слышно. А, лох, так а что я туплю-то, девки? Сори, Кира Андреевна. А, микрофон? Да. Сейчас. У нас был выключен микрофон? Да. Ну не, не выключен, да. Просто он был тише. А если сейчас? Сейчас нормально? Скажи, что он уже лента появилась. 4, 5, 6, 7. Да, но... Давайте простите. Попробуем, если что... В ОБС сделайте игру. В ОБС вынутишь? Ну, рабочий стол, да? Мы уже делали. Уже лучше, блин. Сейчас попробуем, как пойдет. Еще наушники подключим. Что, все на английском ничего не понимаем? Да. Ничего не читаем? Как чуть-чуть мышку порезви сделать? Резвей. Нормально. Нормально. Говорят, себя громче. Можно наш микрофон громче сделать. Вот он. Ой. Поставь. Сейчас нормально? Раз, два, три. Да я смотрю чат, я читаю. Четыре, пять. Звук игры тише, себя громче. Себя громче сделали, игру тише сделали. Все, ок. Ок. Ой, это тебе? Кому куда? Это игра. А! Так, я просто знаю, что здесь сейчас делать. Я вчера поиграла. Да, грешна. Нужно было понять. Ну, 50-50, да. Обосрёмся или нет? Выключи.
выключить вот этот красный, как думаете? А! Ну. Так лучше? Чат! Бля, тише игру! А у тебя еще громче. Давайте, короче, давайте давай, наушники, да. Все, мы обосрёмся того, как Кира обосрёмся, и все получится. Можно, да, 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 давай. У меня такое дело, что у меня очень большое. Что? Что? Девочки, это не я, это не моё. Это не моё, это я просто своему кумиру там видео отправляла. Так, я убавляю Макс. Так, тогда надо... Все у тебя работает? У меня работает, а у вас? А у меня нас насколько громко, интересно? А нам очень громко. Да? Ой, как страшно. Звуки, какая страшная лазанья. Сейчас. А мне можно погромче как-то сделать телевизор? Странно, я как будто одна играю, ну и нет чата. Да. Чата, ну типа я же не вижу, что они говорят. Ну и ладно. Как будто ты чат когда-то читала. Я всегда его читаю. Так, нет, да, все еще тихо. Может, если как-то громче, может, мне сделать лучше. Давай посмотрим настройки. Что-то, по-моему, наушники громче просто были. Ладно, сейчас до первого стука. Нас плохо слышно. Все, все, у нас сейчас нормально. Мы сейчас вас снизу будем вот так нас слышно. Ну, нормально. Кир, ты микрофон будешь запустить? Зачем? Вот у нас микрофон. А, он работает? Не знаю. Чё? Снимаешь? Нет! Тайком меня снимай, ты смотри. Клянусь. А чё фонарь? Я не знаю, он сам включился. Хотелось подтишка Киру снять и похвастаться, что я у тебя в гостях была. Так, я пропустила, что нужно делать. Он уже пошел домой. Так, мне нужно сделать тренировку. Ой, тренировку? Да. Зарядку по утрам? Нет. Сейчас. А, что я это играю? Я же играл. Давай ты садись играй. Чё? Давай, давай, да, давай, 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 давай. А я пойду, потом поменяемся, когда ты поменяешься. Да, мне в какой-то... У микрофона чувствительность низкая стоит. Не, сейчас полная чувствительность стоит. А, кстати, подожди, подожди, да, да. Все, вот так, проверьте. Ой. Кто мозг? Нифига? Кто? Простите, пожалуйста. Нет, это я тупанула. Правда? Да, бывает момент. Момент есть. Все? Все, я пошла. Все? Давай. Ну, Сема, это я решила. Уроки? Уроки. Блин, обожаю как приятно. Блин, а если мне меняться реально нужно будет не с тобой, а с кем? Ну, а, с моими сошинами. Я тебе дам чистые. Хорошо. А что, я сделала уроки уже? Что говорит? Кому кто? Ну вот, что он хочет? Делай домашнее задание. Сделала. Уроки сделала? Да. А, ТВ мешает. Телевизор не блин, как нельзя делать домашка, включен телевизор. Все же делают в тишине. Встала, пошла. А, вот оно что. А, это вот. А я, например, люблю домашку делать с отвлекающими маневрами. Блин, это будет бассаться, клянусь. Я еще в туалет не сходила. Накопила. Это не я делала. Че, теперь громко? Че, теперь громко? Да, че, тюбай? Че, теперь громко? Да, че, тюбай? Че, теперь громко? Да, че, тюбай? Че, заглючило? Это у меня заглюч? Да, у меня. А где телевизор, Кира Андреевна? Вон. А, это он? Я думала, это картина. Зовите нас программисты. Как же я боюсь. Эхо? Писаться. А, ну это телефон. Иди. Сейчас просто мне. Легко говорить. Это я сейчас пока в ту игру не зашли. Где в лесу?
В лесу, кстати, я не знаю, мне тебе надо ходить. Да. Мне страшно в той квартире. В какой? В этой. Ва, меня три потряхивает. Я сделала домашнее задание? Нет. Два. Донат за сообразительность и возврат звука. Привет, канал Эдит Скирюха, передадите. Они ничего не слышат. Был звук? Был, мне постучались, я думала, это кто-то... Нормально, хорошо. Блин, а как выбирается, интересно, звук? Там есть еще второй звук. Там есть там. А, я сделала домашнее задание. Есть что, я второй включу, блин. Куда? Ой, так, спать. Может быть, убери звук тогда, да, тот. И оставь только... Кира, чего у тебя так холодно тут? Окно открыто. Тот самый оставь звук, да? Ой, мамка написала. Эскеп. Эскеп. На маму переключи. На маму. Выше. Нифига, как MacBook. Ай, что-то там, Мерцна, From, ну типа From, это дома, да? Короче, дома я, окей. Она скоро вернется домой, в общем. Тут комната моя? Тебе нет, это родительская. Блин, а к маме нельзя, да, спать? Иди вниз, а зачем? Подожди, иди обратно, спи. Так а там негде спать. Что, есть где, ты дальше не прошла. Но он так медленно поднимается, у меня сводит икру. Это от стресса. У меня сводит икру. Блин, я очень... Игра называется «Один дома». Всё, ложись. А чё бардак такой? Да ложись. Ладно. Чё пишет, смотри. Ай, ай, нажми ещё раз. Буру, б. Я всегда ложусь... Короче, закрой дверь. А, да, дверь. Вот, блин, вот как сюда. Хорошо то, что... Это... Есть кто-то английский. Да. Ага. О, свет можно выключить? Понял. Нет. А я не нашла, чтобы только звук. Я тупой. Чуть-чуть. Так что, можно так сделать? Страшно. На это расчет. Да? Я попробовала. Очень неожиданно. Час 16. I gone up to game water. Some water. Water, попить воды. Угу. На пробел. Да? Почему? Блин. А где у него вода? Что, дома нет воды? Вниз в холодильнике. Да, блин. А, какой вид из окна. Я в американском доме. American girl. Я American girl. Girl. Нет такого варианта. Либо так, речь, либо... Это кухня, правильно? Вот, либо речь. Ой, блин, слушайте, ну это прям вот напоминает вода. Мой вечер. Присядь. Пей. Но я попила. Все, выкидывай. А что он бутылку перевернул? Он чем пьет, вопрос? На Г нажми. Так, на Г. Ой! Кофе куда? Вот сюда хочу. Закрывай компьютер. Ой, назад, дверь-то. Донат за сообразительность и возврат звука. Привет каналу, Эдит Скирюха. Передадите? Передай. Эдит Скирюха, передаю привет. Когда-нибудь она выговорит. Эдит. Я хочу вот так кинуть бутылку сейчас. Прям себе на голову. Г. Ой, сейчас. О, все. Где ваша спать? Так. Что-то темно как-то. А ты знаешь, что будет? Да. Нет. А что будет? Не надо найти, не надо играть, вскрывать. Ой, мама написала. Мне заново придется походить. Зачем? Ну, блядь! Вы что, охренели? Сработало! Молодцы! Все сработало, ты тоже обозрёшься! Бля, вообще жесть! Закрой окно, Кира, мне приятно! На кого это скинуть? Короче, кто-то стоит около твоего дома. Кто это? Ну, кто-то. А это папа, который за хлебом ушёл. Нет, 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 они не возвращаются. Жестко. Мой умер. Мам, прости. Да, я жалко. Все, вставай. Нет, зачем ты опять легла? Поспать захотела. В твой дом кто-то ломится. А, все, я поняла. Я, естественно, иду смотреть, кто это. Нет, нет, нет. Там игра вскроется. Заново потом приходится проходить. Короче, если мы просто вылетим, она эта игра одна разка. А что мне делать с этим? С чем? Смотреть, кто там? Не знаю, просто иди вниз и что-нибудь делай. А что говорит мама? Открой сообщение еще раз. Как будто мы поймем. Что она говорит? You here. Да. Типа, кто это? Ну, это не я, мам. А мы не можем ей написать, что это папа? Да, стоп. Вот, мам, так. Ты что, папу, бля, не узнала? Читай. Kids
Лог. Да бы хватит писать. Так, don't. Это типа что-то нет. Гор или дор. Перевод! Так, корс. Корс машина. Галинг. Галинг. Корс? Машина. Мы звоним копам, не открывай дверь. Это вообще-то не важно, кто там, не открывай дверь. А, не открывай дверь. Все, я не буду открывать дверь. Это у нас? Это у нас выключился. Они даже лучше, на самом деле. Так хоть пострашнее. Да. Блин. Ты пошла обратно спать? Да, кто-то в дом ломится. Нет, я не пущу. Я вот так из окна посмотрю. Вход в другой стороне. А что мне делать? Мне же мама сказала. Я маму слушаю. А что мама сказала? Я не хочу ей эту потерять. Сука. Не знаю, только не открывай дверь. Да я не буду. Открой занавеску, присядь на К и смотри. Йо. Чё? Никого. Подожди, стоп. А вон дед. Где? Был. Чё пишут? Чё пишут? Не прокатит, сейчас не прокатит. Чё, звучало сейчас? Кир, по-грязному выглядишь. Очень ждём спортивный проект с твоим участием. Очень ждём. Давай смотри туда, смотри туда. Спортивный который, правда, очень. А, хорошо, спасибо. Куда смотреть? Я не хочу. Да он был там, я видела. Вот что пишут. Да блин, так быстро исчезает надпись. Вот тут, если посмотреть. Типа я заблокирую. Он не появится у меня тут дома. А как заблокировать? Я хочу на четвереньках ползать. Четвереньки. У него двереньки. Не подходи к двери. Это дверь? Да. Случайно нажмешь. Свет, Солар. Свет, ты тут? Че? Со светом надо встретиться все. Залетела. Приезжай, Свет. У меня болит почка. Одна? Да. У тебя вторая есть. Что? Так и что делать? Кто там ходит тут? Да? Да. Откуда ты знаешь? Че, открываем дверь, чат, или что делать-то? Я не хочу открывать дверь туда. Это как, знаете... Че? Ничего. Просто страшно. Давай открою дверь. Ну давай. Давай. Так, хорошо. Я вчера так же обосрал. Да, видишь, она вылетает. Давай в другую. Наверное, заново тоже придется проходить. Она одноразка. Давайте в тишину. Нет, а что это за бред, а не игра тогда? Сейчас вот это будет прикольно, где... Как ваши уши, чат? Минус? Фух, господи. Я чуть не родила. Это со Стима тоже? Нет. Надо... Подожди. Я слышу, запахала от страха. Надо, это не Стим. Так, свойства. Я жду Эдита и её испугу. Я не говори такие вещи. Запрещаю. Так. Аттестую. Протестую. А что это за игра? Как она называется? Вот это. Вот это? Блокнот. Да, блядь, нет! Ой, о! Быстро, что-нибудь другое, нажми вверх, я не знаю, что писать! Вот это нажми, нахуй, вот это, быстро! Вот это? Вторая, нет, вторая! Вот это! А я ж не нажала, ок. А что вы делаете на меня? А вдруг покажется? Там? Я поняла, да! Хорош! 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 Так все, мы не понажали, все проверили. Все нормально. Так, все? Там все? Наши голые интимки. Это такая игра называется? То есть нельзя, я осуждаю. Я протестую, я чувствую все. Я вообще сказала, что я вчера на Байкале была еще, а не голая заехала. Ладно, зови. Чего? Так. Вот это игра называется? Не понимаю. Выйди. Я куда-то нажала, подождите. Так, вот это самое. А, First of Atom, вот, да, это она, все. Все, ок. Ок. Фу, блядь, с вами какая-то... Ох, ёпки. Инсульт. Ух, жопы. Так, English. Russian. 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 Эпизоды. Long, long, long. Iron Bark. Так ты же сказала, что тут русские. Iron Bark. Да, Iron Bark пиши. Bark. Время куда прохождения писать? Эпизод 2 часа. Глонгор. Я нажимаю Iron Bark. Вот это нажимаю? Да. А это Rumbark? Новый игрок. Ну стоп, а что за Blue?
Так же Билли. Билли, нажима Билли. Билли? Да. Может, это продолжит все-таки? Тогда я в лесу, да? Иди ты. О, стоп. Все, давай. Это не то. Рули, 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 рули. Давай я поеду. Подожди. Да я не думаю, что мы будем говорить. Смотри, деревья танцуют. Такая же штука будет, я поеду танцуют. Домой. Смотри, видишь? О, смотри. Да, нифига. Очки твои. Иди наушники надевай, так неинтересно. Сейчас, да, доезжай тогда куда-нибудь. Куда? Так на. Просто вперед, пока пойдет. Мать, нет, я уже увидела. Быстрее, без руля. И без ноутбук. Это понятно. О, ноутбук? Да. Приятненько. Так, все, погнали. Это та, которую я на лестнице кинула. Остальные записи? Записи не могу? Да. Хорошо. Запись отдельная или на Твиче? На Твиче. На Твиче будет. Все. Но если у вас все сделано, то будет. У вас сделано? Кира Андреевна. Она за рулем. А, у меня все сделано. Ну да, да. Вы смотрите. Главное, уверенно говорить, да, было. Да, было, но не важно, что. Что-то мне подсказывает, что у Киры Андреевны может это не сделать. Не-не-не, у меня по-любому запись есть. Чисто за Гаспером за рулем. Ну тут хотя бы передачи не надо переключать. А чё, фонарь где? Г. Г. Ф. Нет, Ф. Нет? Нет. А, мне еще вообще не выдали, подожди. А чё не бежим-то? Ты типа ускорился? А если Shift нажимать? А я тоже так громко, да, говорю? Когда в наушниках? Нет, ты кричал эту группу. А. Ой, я... Я помнила это. Мне кажется, надо, чтобы сейчас тот донат прилетел, и я не говорю, самый неловкий момент. Это просто такая жесть. Ты напугал меня. Из один кого? Что ты имеешь в виду? Один из кого? Ой, перебили. Ой, ой, да. Ну все, давай, фига короче. Фига ты так сюжет проходишь? Да. Вот погружается, да? Да, да. Я просто знаю, ты мне дай фонарь, и я в чащу леса почешу. Чащу леса почешу. Что за ноутбук все? Ну фига, у него 4 сиськи. А, это карманы. Работа пожарная 11, так. Взять ключи. И фонарик, пожалуйста. А фонарь? А фонарь? А куда он в стену-то пошел? Как в GTA прям. Угу. Пошли. Открывай. Он же тебе шлагбаум, да, сейчас? Да. Угу. Хорошо, можно фонарик. Стой! Взять фонарик. Спасибо, Билли. Мне что-то это напоминает. Квест. Если поможет связаться с вышкой 12, во время работы он хорошо, парень. Хорошо. Спасибо, Билли. Да не хочу с тобой говорить. Небольшой свет, не уходи дальше, чем на полимере или около того к свету от светки вышки. Хорошо. От светки далеко не отойду. Рыси, медведи. Окей. Я думал, он пытается меня напугать. Он выглядит очень серьезно. А я что, не серьезно? Серьезнее некуда. Но танцующие деревья, конечно, меня очень смущают. А... Они просто на танцы ходили. Спасибо. Ой, ой, ой! А чё? А чё? Ничего. А чего? Надо не сюда, а вышка 12 где? Он забыл сумку в машине. А, всё, пока. Ты играл в игру? Нет. Просто он говорил это. А, точно. Я играла. Вот как раз до сумки дошла, но сейчас забыла. Все, побежали, давай, дочеши. Да, Кира Андреевна, вы, конечно, даете. Ничего не говори. Как это вы себя без куртки, без этой косметички оставили? Почему он не бежит? Тяжело с сумкой. График такая, что у меня глаза пляшут. Так же, как деревья? Угу. Это пропавшие? Наверное. Там твое лицо тоже будет получаться. Ага. Вот шагал. Быстро дошла. Спасибо за прохождение игры. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ночь. Фонарь аптека. Бессмысленный тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века, все будет так, надежды нет. Проснешься, опять пойдет все сначала. И вроде так, а вроде сяк. Дальше не помню. Сейчас приду, ты стих? Да. Нет-нет-нет. Нет-нет-нет. Ну потому что. Вот я сейчас уйти хочу. А, у тебя чё? F что-то использовать можно? Что использовать что? А чё, куда идти-то, блин? Иди прямо. Нельзя. Может, я отсюда пришла? Ой. Опять фотографируешь? Так, мне да, туда. А, ну вот на эту вышку, наверное. Мне сюда? Наверное, нет. Почему боком быстрее ходит? Прямо не так быстро. А вот боком бежит. Пожарные вышки не самая легкая работа. Просто представьте, быть здесь совсем одним неделями, это работа не для каждого. Но у меня всегда была любовь к природе. Я уже все. Пописай. Чё-то не писается. Наверное, не хочу. Едем дальше. Я забрался по лестнице на вершину вышки. Чё врёшь, чё не забрался? Как только ты на вышке, твоя работа — это наблюдать за пожарами или чем-то необычным. Работа или работа? Не знаю. Кабина была заполнена ароматными диэрами. Давай я не чувствовать комфорта. Мои руки были заняты. А, намек на то, что должна скинуть что-то. На. Спать. Мне надо было отметиться за ночь. Я сейчас вылезу из телефона, кое-что делаю. А как отметиться? Ради лежат на деревне на столе, но оно было с... Блин, я не успела. Так, деревянный стол. Вот же радио, нет? Стоит. Он сказал радио включить? Ну что-то да. О! Там что-то радио всё. Было. Сейчас все будет. Ты включила? Mm-mm. Я забыл включить кондиционер. Генератор. И чё? А кондиционер где? Как грандикандер? Как? Генератор. Генератор где? Не знаю. Блин. Закрою. Наверное, внизу генератор. Кстати, может быть, да. Не, он боком явно быстрее ходит, я буду боком ходить. А, вот генератор. Заводись. Завелся? Все, пойдем. Сейчас донат был? Кира Андреевна, был у вас донат? Нет. Я только что. А у вас? Не важно. А у вас? Мне надо отметиться. Ох, обещали же на русском. Напиши имя, фамилию. А, это пароль какой-то? Сейчас сообщение. Было. Но не громко, кстати. Но ничего, кстати, не слышу. Сообщение не слышу. Ты слышишь? Там без сообщения нет разве? Так, я не могу попасть в свой пароль. Ну и чё? Чё делать-то? Почему я в компьютер играю в компьютер? User. User. Power 11. 11. Типа 11? Нет. Нет, это 11 максимальное, скорее всего, число. Да ну уже. Может, тебе нужно его найти где-то? На бумажку. Блин, вот почему не люблю игры. Сейчас было громко. Все, работает. Ну и чё? А у тебя там мама есть? Нету. У меня здесь сирота. Это все понятно. Как играть-то, блин?
Нет. Пойди погуляй по лесу. Так надо, он сказал, мне нужно отметиться. Может, на бумажке где-то? А что же делать-то, господи? Помогите, какой пароль? Как пароль-то? Мне кажется, надо тяжелую артиллерию за кресло сажать. Какую? Думаешь, она пароль знает? Ну, мне кажется, Сёма может его найти просто. Может, один с нулей? Может, power надо написать, нет? Ну, смотри, я нажимаю подсказку, что это значит. Чё, как написано на русском? Никак, тут на английском. Спасибо. Есть, ты знаешь перевод? Может, погуглим? Чат, можете помочь? 98-123, чё? А чё надо? Пароль? Ну, пароль, и вот что-то он говорит, я знак подсказки прошу. Попробуй 98. Попробуй 98! 98? А с чего ты взял, что 98? Ну просто Rainbow 98. Iron Back 11? Смотреть на бумажке пароль. Ну, как Iron Bark 11. Вот, списывай. А, откуда вы знаете? Они все знают, они все знают. Это первая какая буква идет? L? I. I. R. R. O. R. O. N. N. B. Как? B, как V русская. Ага. Какую ты нажала? Вот эту. Да, хорошо. A, R, K русская. А, К, Р, К, 11. Да, только первое, нет, первое Л. Первое Л, первое Л, а не И. Да, надо здесь. Л первое? Да, первое Л. Л. Стирай все. И еще раз. Л. Так, Л. Может, я на русском пишу, на самом деле, нет? Ну, попробуй, да, поменять. А как? Вот так. И чё, и как ты узнаешь? Никак. Давай, отлично. Попробуем. А, L. Вот, нет, не узнаем. Давай. L. L. R. R. O. O. N. N. B. B. Это И первое. Дайте я напишу. К 11. Ты стёрла? Там первая большая буква. Откуда вот я должна была это знать? Мне кажется, у меня еще не получится. Смотри, что я думаю. На. Может, И? Ой, может, Л все-таки? Да нет, это название игры, это Iron Bark. А. Так, с большой. Как? Л первая пишет. Да какая Л моя? Говорят, L большая. Все, мы не можем пройти эту игру. Всем спасибо за стрим. До свидания. Оно говорят, И большая. Ну да, я ввожу большую. А ты попробовала язык опять поменять? Сейчас. Я поменяла. Ну кто делает так? Давай посмотрим просто на обложке, ну, где-нибудь, вот, на бумажке. Извините, а как? На какой? Что там на бумажках? Ну вот, ты что-то видишь, я ничего не вижу. Ну подожди. Ну, это не те бумажки, мне кажется. А вы откуда это знаете вообще? Да, человек, мы верим вообще. Спички. Может быть, другой. А где твоя косметичка? Нет, не получается. О, ну слушай, у нас костер получился. Я сейчас еще кину. Как? Да, ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Притопчи! Ну ладно. Я и как я решаю свои проблемы. Короче, вот костер. Все. Нафиг мне спички нужны. Это все понятно, ребята, помогите. Загляни туда. О! О! Нифига. Отлично. У меня есть свет. Так, может где-то здесь парол? Видишь слово парол? Кира Андреевна, мне кажется, только у вас это получится увидеть. Да. Блин, опять что ли? Что делать-то? Так. Есть подсказки? Там на компе пароль. Спасибо. Вроде. На компьютере. Где? А вот это вот, может, вот это вот, то, что ты ведешь, да? Вот это? Ну, может быть. Ой, слушай, ну вряд ли.
Вон цифры, цифры были. Где? Где? Не тут, скорее всего. Блин, это что, игра на зрение? Я не люблю такие игры. Все, я хочу спать. А у тебя в косметичке ничего не может быть? Мне надо отметиться за ночь. Не знаю, вот я пошла с косметичкой. Села с ней. Ничего, где косметичка? Все, поиграли. Вот, на большом стенде листок. На доску посмотри. Зеленый листок. Так, что там? Ничего. Это параллельно написано или что? Чил Билли? Что это? Кол Билли? Да, звони Билли. Отправь фото. Чего? Ту. Не вижу куда. Что там? А, 3-3-5. Что, может, Билли позвоним? Позвоним. А как? Не знаю. Не знаю, давай наберем. Где телефон-то? Лес. Ну попробуем, давайте его номер, может он пароль. Да не может. Да ну там это. Белый листок, говорят. Где вот, листок? Мы видим, да, 3-3-3. Давайте его попробуем. 58-12-192. Я запомнила. Вы на рацию отвечали? Если нет, ответьте на рацию. Алло. А слышишь рацию? Нет. Да что? О, это что? Не знаю. И поехали, покрутись вокруг себя. Не работает. Понакручивай. У компа рация. Блин, вы что придумываете? Я не понимаю. Не, ну вот этот микрофон. Может, это радио, вот это и есть рация? Да подожди, ну зачем ты встала? Да потому что меня раздражает это радио, оно играет мне прям на ухо. Это ветер изменяет штука-то. Давай, пароль попробуем этот. Давай, ты запомнила? Да. Как? Написали в чат. А. 333. Раз, два, три. 58. 58. 12. 12. 192. 192. Все, я отказываюсь играть в эту игру. Может, заменишь? Да я не знаю сама. А что с донатами? Я реально не понимаю. Я давай проверила. Я попробую сесть. У меня пришли. Сейчас я найду пароль. Ну, блин, звук подготовила. Я тебе клянусь. Давай. Сейчас я поклоняюсь. Сейчас решим вопрос. Ребят. Давай. Аллилуйя. Аллилуйя. Она же вот эта ссылка, я же присылала которую, да? Не понимаю, если честно. Так. Просто don't understand. Что за херня? Сейчас почитай донаты, что было. На всякий случай. Где все мои предыдущие донаты, блядь, донат, Кир Медведь, это мое. Прям статистическую устойчивость Киру, удачи по всем, передайте привет Кирвексу. Кирвекс, привет. Скажи привет. Кир целых два языка, но и с русским, и с английским проблемы. Кто Эдик, с какой имя в итоге стали? Может, Эдик все-таки? Кир выглядишь подрастный, еще ждешь, как он нравится твоим участием. Ба-ба-ба. Так. О, тушенка. Когда-нибудь я научусь это делать. Порой. А, ладно. Я сразу пожрать ищу. Вот это что такое? На пароль не похоже. Ой, извините. На кровати кинул. Тут лежит. Ну или стоит. Так. Это единственное, что пугает. Да, это почему-то я могу включить их, а там они почему-то не включаются. Во, я ответила на радио. Помехи. Да? Да. И чё? А, отвечай на триточие. Скакать не очень страшно. Угу. Ну, сейчас. Мы можем начать, потому что. Вот так а как прикольно. Помехи исправить? Это где в гробу стучат? Там прошли же уже. Нет. Я предлагаю её. Там хоть сначала всё страшно было. О, мне кажется, я поняла, скорее всего, чё? Но это не точно. Хочу казаться быть умной. Кажись. И все. Показалось? Да, не получилось. Пошла дальше быть тупой. Ногая выкрасить. Пусть полежит пока. Так.
Не, о! Ой. Ты чё? Так... Не трать, нам при помощи пригодится. Все хорошо. Если мы пароль знаем. Можешь, пожалуйста, в ОБС-ку на секундочку? А вы что, решили сжечь дом? А? Ты дом сжигаешь? Да, я думала, бензин горит. Он не горит. Что случилось? Не, просто понять, почему донаты идут, а тут не идут. Алло! Алло! В ВВС-очку, пожалуйста, на секундочку загляните. Хорошо, давайте. Что с донатами? Почему у нас нет оповедочек? Куда? Проскальзывают они. Посмотри. Где проскальзывают? Игру приостанови. Зайди сюда. Здесь все ок у нас? В плане? Вообще, по жизни ок. Ну да. Донаты высвечиваются вот в этом углу. Спасибо! Они не высвечиваются. Они высвечиваются. Сейчас я давайте, вот сейчас скину донат, вот будет он или нет? Давай. Свойства. Сейчас я быстро справлюсь. Люди ругаются, что они присылают, а они не приходят. Алло. А отображаются там? Да, там отображается. Я сейчас зачитала тебе все. А, это захват экрана. Зачем обязательно почту оставлять? Я не хочу. Так. Настю, зайди в игру пока. В игру. Ладно, ладно. Заставляют меня играть. Так. А на чем я остановилась? По-моему, я сжигала дом. О, бинокль. Не, не приходит. О! Не приходит. Сейчас, может, я пароль увижу? Не приходит. Что, не пришли? Нет. Ну, они периодически, да, не приходят, видимо. А как? Они вообще не приходят. Это пробные были, которые звучали. Да. А скиньте ссылочку мне. На почте. Да. Во, может, вот так пароль можно увидеть? Ну, вряд ли. Почему? Я еще ближе могу. Так, ладно. Нет, это слишком где-то очевидно лежит. А, там сказали, чего-то на стенде. Пароль Ironbark 1 с маленькой буквы. 100%. Видимо, погуглили, наверное. Ironbark. Ну, а, Барк! Там Си еще. Зайди в комп. Mm. Иди в комп. Бегу. Бинокль выкинь. Да. Да, ну это, конечно, не хоррор с таким паролем. Да, вообще, блин. Да, блядь! Сейчас я уже все ввела, что еще? Попробуй язык поменять. Да иди в жопу! Не знаю, все. Ну и как играть? Кокать! Давайте посмотрим прохождение чего-нибудь, а? На стенде под номером 4 слева пароль посмотрите. Он почёт. А, номер 4, блин. Парольц! Вот! Тут нет Си. Tower number. Ironbark? Ironbark Power Number. Ну давай еще раз! Что такое number? Номер. Какой? Номер 1. Ну, он тебе сказал, да, башня 11 это работает. 12 это. 12? Да. Блять! Так вот в чем дело-то! Мы не ту башню водили. Не 11, а 12. Ну, тут написано Tower 11. Ну, попробуй разные. Да сука! Ты ничего не пишешь. Как понять, на каком языке мы пишем? Не знаю. Осуждаю эту игру. Максимально протестую. Давай, да, вот так посмотри, какой язык стоит. Русский. Хорошо, сейчас переведем. Но я не думаю, что в игре есть русская клавиатура, если честно. О! Да ну! А я же говорила, я найду пароль. Ну давай. И вела его. Ломай. Давай, ломай изнутри, не говори, но ножи достали до души. Пропустим. Отмечайся. Опять на английском, но я для чего выбирала на русском-то? Да ты тут этот смайлик уже, Настя. Так он сам меня тыкать заставляет. Так, отметки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да иди ты. Отмечай, 3 точки нажми. На, я боюсь дальше. Кто это?
Что ты включил свет? Можешь сказать, что точка номер 11 снова жива. Номер 12 или номер 11, но это моя работа. Мне пришлось присматривать за тобой на территорию, пока ты не приедешь. Я Коннор. Пожарная вышка 12. Предупреди. В любом случае, что привело тебя в этот районский уголок? Я очень устал. Ищу изменений. Ну, допустим. Меня привел сюда из Iron Rarfors. Я очень устал. Тебя огонь разведен? Нет. Зажги его, температура вот-вот упадет. Ты не хочешь сидеть и дрожать во время шторма? Ой, отлично, хорошо. А как развести пожар? Ой, огонь. Надо взять дрова. Нет, видимо, не надо брать дрова. Хорошо, это не страшно. Хорошо, но дрова же нужны, да? Блин, чат, помогите. Сейчас я вас как открою. Где дрова? Кто-нибудь может подсказать мне? Дрова внизу. Слушай, вниз он не ходит, по-моему, смотри. Вот, он не идет вниз. Почему? Не идет. Сарай рядом с вышкой. Не хочет никак. Мне не нравится эта игра. Я не вижу, где ты уже поджег. Печка должна быть у входа, зажги ее. А дрова-то где мне взять? Я вижу печку, я не вижу дров. Ну и? И чё? Ну и чё? Ну? Ну вот так. Не горит же так. Вот, ну не огонь. Ой, огонь, но не пожар, блин. Не берется ничего. Я возьму сейчас табуретку и зажгу ее. Как включить эту срань? Спасибо. Ну? Нет дров. Уже начинаю злиться, ничего не понимаю. Здесь нет дров. Хижи не должны быть полно дров. Марли только их и сделал. Марли? Сотрудник, который был смотрителем до тебя. Хорошо, он был суровой женщиной. А, это она. Жить огонь, так как комфорте, Все, спасибо, я поняла, надо идти вниз. Хорошо, все, пошли в хижину. Чё? А. Мне, если что, всё надо взять. А! Я буду как жук боком ходить, потому что боком он идёт быстрее. Ага.
Секретное было что-то? Пока нет. Почему? Ну я нашла. Ой. Вижу Гель. Приятно видеть тебя, слышу, снова живой. Ты уже отметился на ночь. Теперь опять отмечаться надо идти, да блин. Я сейчас займусь этим. Давай побыстрее здесь аэронки, я вас запишу. Ты же хочешь разочаровать ночь на первую же? Давай, окей. Отмечаюсь. И чё, как? Температура, ну пускай будет 12. Сервер, ну 12, клау, погода, нормально, 12, и ну вот так вот пускай. А у тебя же 11-я вышка. А я, что-то выглядит не так. Ну... А, так там надо градусы написать, вот это вот всё. А как мне узнать? Не понимаю, на английском. Вот это же отметится. С помощью представительного оборудования и регистрируюсь, точно не надо отправлять данные для штанги оценки штаба. Добрый вечер, башня, как проходит ваш день? Добрый вечер, как башня проходит ваш день? И чё, и как ответить? Всё, я устал играть, я не понимаю. Чат что-нибудь помнит? Знает? Бери штуку эту серую, которую выбрали. Иди измеряй. Есть градусник. Точно. Так, выкинь. Это градусник? Ну, видимо. О, полетел что-то. Так, и что это значит? Это ветренность. Ветренность 20. Так, окей. 20. Где-то еще была странная штука. Куда ты ее кинула? Не было ее? Какая? А, бинокль? Это бинокль. Хорошо, мы знаем, что ветренность 12, да? Это, скорее всего, не градусы, а КН. А ветер, как называется? Вот. Дует, да? Дует. Да. И что, 20? Нет, не тут, не тут. А где? Вот здесь? Тут, да. КМ 20. Да. А температура? А температура не знаю. Ну, давай, допустим. А, вот что, ассистент. Вышка, да, выпишу 11. Да. А это не знаю. Другую игру? Наверное, да, это слишком тяжело для меня. Давай в тишину поиграем. А ты там неинтересно, ты что, просто ходишь, бродишь. А, ну это да. Температура слева от меня. А! Это? Вот это. Это время? Вот, Round Bor. Это? Да нет. Блин. Вот это? Ну-ка, а выйди из компьютера. Сейчас. Как? А, не, чат за нами же не видит. Сейчас. Что за нами не видит? Вот так. Вот это, вот, компьютер. Вот, и чё? Возьми градусник. Встань, встань. Отстань. Так, беру градусник. Это не градусник. Как? Это ветроном. И чё, а где градусник? Вот слева от тебя показывал, девочки говорили. Вот это? Не знаю. О, это компас. Лежи здесь. Ты чё? На стене. А, вон. Где? Вот. Температура 40? Или 10? 45. Нет, 45. Плюс 45, типа? Наверное. Вот здесь, ага, да? Да. 45. Его нельзя же взять, этот градусник? Mm-mm. А вот здесь что писать? Я не понимаю на английском. 5 же. А что 5? 5 градусов? Наверное, да. 45 что-то многовато. Ну там же написано 45, как это можно ну, быть 5? Да. Тогда все, отстаньте. Так, 45. Вон кто-то 0-10 пишет. Внизу. Чат, а вот здесь что писать, кто не знает? Имя твое. Имя? Откуда я знаю, как меня зовут? Билли. Билли. Это не от Билли. Ну, тебя будет звать теперь Билли. Билли. Не пишет. А, значит, только цифры. Да. Имя ниже. А, вот тут имя твое. А, вот это, ага. Да?
Ой, то есть это пишет на русском. А не хочу на русском. Напиши Боба. Билли. А. Так. А вот это что? Я не знаю, что. Ну, нет, нет, они что-то другое. Так, количество тех людей. Каких людей? Вот это? Один. Я. Тех людей. Что-то выглядит не очень. Number должно быть. Number. Где? А, там, где имя. Number? Да. А градусы пишут ноль почему-то. Number. Вот так? Ага. Нет, что-то выглядит не так, говорит. А, ты Number написал или да. Number? А как? М или Н? М. Н. Number. Ну... Ну, нет. Чего, я не понимаю. Ну, первую букву ты какую написала? Э. Вот, Number. Number, ну, все верно. Так, имя есть, окей. Пишешь все равно, кажись, нет. Там, где вы написали один, напишите ноль. А, внизу Халк Мелсон. Это не имя. Number это не имя. А чё? Чё тут написать? Откуда мы знаем? Вот, вот это, вот это, вот это. Джек. Джек. Джак. Джак. Джек. Так пишется, нет? Не знаю. Блин, нет. Джек. Мелсон. Сон. Градусы исправьте. А сколько градусов? Что-то выглядит не так. Подожди. Градусы. Градусов сколько? 5. Температура неправильно. Не так. 25. А мы на бум будем писать? Нет, говорят, 25. Нет. Там шторм у нее стоит. Шторм у нее стоит. А что надо? Вот это? Шторм? Не знаю, это, по-моему, не шторм. Погода клоун. Клоун. Ага. А. Подожди. Хочется вскрыться. Тут еще просто вот такой вот момент. Да ну, ну. Да ну, все, нет, давайте в другую игру. У нас это что-то с камерой, посмотри. Что с ней? Она, видишь, ее развернула. Нет, это не тебя, это камеру развернула. Просто только чтобы на нас было. Вот. Вот так. А, вот так. Да. Ага. Ты что делаешь? Выходи из нее. Как выйти? Просто закрыть. Не-не. Значит, я не понимаю. Выйди, пожалуйста, из игры. Что там у вас? Я вообще ничего. Тут вообще жопа. Тут надо отметить погоду. Может, в матче? Я вообще ничего не понимаю. Не, давайте в эту с квартирой. Давай вот в эту. Вот в эту? Я обосрался вчера. Чего? Да. Реально? Квартиру долго. Ты с проходить? Этого обосралась? Я устала одной тоже играть. А ты реально не... с этого упала? Да, как только случилось что-то это страшное, она я вышла. Она сохраняется, квартира? Нет. Офигеть. Блин. Она одноразка. А, так, свойства. Здравствуйте, чат. Как она называется там? А, сейчас ее надо сначала. Сейчас. Какая игра требует терапии? Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Космофобия или... Ту, которую играли. Так. Блин, сейчас, пока выйду. Закрыть окно. Не, может, другую, мы же еще что-то скачиваем. Ну да. Что мы скачивали с тобой? Так, вот это. Мы какую-то прошли. Да? Какую-то, да. А я где? А чё меня не видно? Камеру поверните. А вот. Соображалкина. Чё, ты выходила? Не, я не буду играть. Так. Чего? Какую в итоге? Так, это мафия. Сюда поставим. Раз, два. Давай лучше сейчас тогда офнемся, скачаем что-нибудь нормальное и это, будем. Потому что сейчас мы её настраивать будем очень долго. Чё настраивать? Ну мы не знаем, что поиграть. Типа, это фигня, это фигня, это фигня. Эти две мы одну прошли. Это фигня, которую заново надо проходить. Mm-hmm. Типа, надо скачать игру, в которую мы не играли, типа, хотя бы. А какую?
Короче, давайте, мы сейчас настроим все и вернемся. Ладно? Говорят, нет. Все, пока. Выключите кто-нибудь трансляцию. Сейчас мы вернемся, просто мы реально что-то затроили, я не понимаю, во что мы играли, во что мы не играли. Передайте Насте, которая Петрову, что у нее чудесная улыбка. Короче, спасибо. С нами настраивайте. Поправьте донаты. Я не знаю, как поправить. Вот давайте мы офнимся. Вот, давайте мы реально сделаем. Попробуем сейчас, да. Всё, на... Как выключить? Я уже бесит. Но не от вас, а потому что меня игры раздражает. Кто придумал там измерение температуры, высоты, длины, ширины? Вам-то весело, она сейчас отключится и все, орать она будет на нас. Не буду. Все, все. Обещаю. Так, останавливаю.